каждого человека душа красива, но, как сказал Антон Чехов, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело. Ну а что нужно для красоты тела? Конечно, спорт. И спорт в России любят. И Питер здесь впереди всей России. Нас даже называют футбольной столицей страны. Мы принимали Кубок Конфедерации. У нас откроет свои двери чемпионат мира по футболу. У спортсменов питерской школы своя особенная стать. Вперед, Россия! Давай! Давай! Итак, друзья, участников форум-концерта приветствует еще один наш специальный гость. Мастер спорта СССР, спортивный телекомментатор, заслуженный работник культуры России Геннадий Сергеевич Орлов! Спасибо. Внимание, говорит и показывает Санкт-Петербург. Сибур-арена. Сегодня здесь фестиваль в честь почетных граждан нашего города. Ну и, конечно, среди них есть и спортсмены. Да еще какие! И сейчас коротко я о них расскажу. Прежде всего, конечно, хочется вспомнить Юрия Тюкалова. В 52-м году впервые советские спортсмены появились на Олимпийских играх. Это были Хельсинки. И одна из первых медалей – это для одиночников академическая гребля. И Юрий Тюкалов выигрывает золотую медаль. Затем в 56-м Мельбурне он выигрывает вторую золотую медаль, но уже в двойке. И в 60-м году третьи для него Олимпийские игры он выигрывает серебряную награду. Итак, двукратный олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы, мира Юрий Сергеевич Тюкалов, житель нашего города. И сейчас ныне здравствует, и мы приветствуем его. Давайте поаплодируем. Первый олимпионик Ленинграда, Санкт-Петербурга. Владимир Петрович Кондрашин, баскетбольный тренер. Сам играл в баскетбол, создал великолепную команду «Спартак», где блистал Александр Белов и его друзья. И в 1972 году непобедимую сборную США. А американцев всегда очень трудно обыграть в баскетбол. Но их обыграли в Мюнхене. Знаменитые 3 секунды. Саша Белов забрасывает победный мяч. И сборная СССР выигрывает олимпийскую золотую медаль. И Владимир Петрович, тренер этой команды, он тоже почетный гражданин нашего города. Михаил Михайлович Бобров, но вы уже увидели, слышали. И он, конечно, если мне память не изменяет, он как раз самый первый почетный гражданин. И это звание ему вручил и подарил это звание Анатолий Александрович Собчак. Это было начало 90-х годов. Наконец, Дик Адвокат. Представляете, голландский специалист стал почетным гражданином. Почему? Да потому что он «Зенит» привел, «Зенит», футбольную команду, к титулу европейскому, Кубок УЕФА. И Суперкубок УЕФА команда «Зенит» под руководством Дика Адвоката выигрывает в Монте-Карло, в княжестве Монако, обыгрывает Суперкубки Манчестер Юнайтед 2-1. Значит, два приза было. Один Кубок УЕФА, второй Суперкубок Европы. Это титулы у петербургского, у нашего «Зенита». Ну и то, что «Зенит» уже пятикратный чемпион страны, включая, как однажды под руководством Садырина, «Зенит» стал чемпионом в 1984 году в Советском Союзе. А сейчас, во времена России, 4 титула. То есть футбол с нами. Любовь Егорова, 6-кратная олимпийская чемпионка, лыжница, герой России. Редко кто из спортсменов удостаивается такого звания. Но 6 раз стать олимпийским чемпионом – это подвиг. Вообще-то все спортсмены говорят, мне бы в жизни только завоевать одну золотую, а здесь их 6. Любовь Ивановна тоже живет в нашем городе и даже работает в университете имени Лесгофта. И, кстати, депутат законодательного собрания. Ну и, наконец, вы знаете, фигурное катание – это, конечно, Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Это первые фигуристы, которые поменяли, перевернули все с ног на голову. Они привнесли хореографию,
Они привнесли потрясающую, изумительную музыку в фигурное катание, классическую музыку. Они родоначальники новой вехи в фигурном катании, нового направления. И у нас появились вслед за ними такие замечательные фигуристы, как Тамара Москвина, Алексей Мишин. Это пара, это тоже парное катание. Это неоднократные чемпионы страны. Ну а затем Тамара Николаевна, Алексей Николаевич, они превратились в гениальных тренеров. Тамара Москвина, Тамара Николаевна подготовила 4 пары, которые стали олимпийскими чемпионами. И я сейчас назову эти пары. 84-й год. Это Елена Валова, Олег Васильев. Далее, 92-й, это Альбервиль, Наталья Мешкученок, Артур Дмитриев. 98-й, уникальный случай, Артур Дмитриев снова завоевывает золотую медаль, на этот раз с Оксаной Казаковой. И, наконец, в Солт-Лейк-Сити, 2002 год, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. И Тамара Николаевна, она сейчас здесь с нами, и она подготовила сюрприз. Она так просто не приходит на наше мероприятие. Тамара Николаевна, заслуженный тренер СССР, России, кавалер многих орденов и медалей, Тамара Николаевна сейчас пригласит вас вместе с ней участвовать в одном состязании. Тамара Николаевна, вы здесь? Добрый вечер, дорогие зрители! Я рада приветствовать вас в этом прекрасном зале. Мы здесь много говорили о спорте. В спорте и физкультуре надо быть не только сильным, быстрым, но и счастливым. Я хочу поделиться с вами некоторыми уроками, вообще секретными уроками, как быть всегда счастливым и здоровым. Сможете ли вы выполнить некоторые упражнения? Да, конечно. Давайте начнем со следующих упражнений. Указательными пальцами прикасаемся к закрытым глазам и начинаем их слегка тереть. Это мы разминаем наши глазки. Включайтесь. И взрослые, и дети, включайтесь. И взрослые тоже. А теперь убираем пальцы и открываем глаза. Посмотрите, как стало светло, как красиво вокруг. Согласны? А теперь сделаем наши глаза очень большими. Сделайте вот так. И тогда вы будете очень красивые, потому что ваши глазки будут очень-очень большими. И девочкам не надо их красить специально. Следующее упражнение. Берем также пальчиками и дотрагиваемся до наших ушей. И начинаем их немножечко вот так шевелить, слегка прижимать. Это мы разминаем наши ушки для того, чтобы что делать? Слышать, что говорит папа с мамой, что говорит тренер, учитель. Или наоборот, если мы закроем уши, то тогда мы не будем слушать, как нас ругают. Здорово? А теперь разомнем наши пальчики. Для чего? Либо что-то брать, либо что-то отдавать. Это всегда приятно, потому что это делает вас добрыми, или вам, кто-то к вам относится с добротой. При этом у вас глаза расширяются, ушки открываются, и на лице появляется что?
широкая улыбка. Улыбаемся. Стоп. Вы, кажется, побежали вперед. А теперь упражнение для ног. Мы делаем даже сидя. Раз, два. Раз, два. Какие у девушек красивые ножки и какие у молодых людей сильные ноги. Правда? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для того, чтобы быть еще счастливее, берем ваших соседей за руки. Вот так. И теперь делаем следующее упражнение. Первое. Широко глаза, широко улыбаемся и поднимаем руки вверх. Чтобы вам быть готовыми к чемпионату мира и к Олимпиаде, давайте проделаем то же, что делают зрители. Берем снова друг друга за руки, улыбаемся, глаза раскрываем, руки поднимаем и делаем вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Вот если каждое утро вы будете делать эти упражнения, вы будете веселыми, счастливыми, сильными, умными и будете с удовольствием заниматься спортом, физкультурой и учиться в школе, в институте и работать на работе. Счастливо! Ура! Ура лучшему тренеру по фигурному катанию в мире Тамаре Николаевне Москвиной. Она сейчас провела блестящий урок, причем на общественных началах. Спасибо. Почетный гражданин Санкт-Петербурга Тамара Москвина. Но мы еще не останавливаем спортивную жизнь. Вот так вот. Тамаре Николаевне всего 76 лет, и она гордится своим возрастом. Она в прекрасной форме. Но раз мы из Питера, значит, должен быть «Зенит». И «Зенит» будет. И сейчас свет на арену, и футболисты на арену. Мы проведем соревнования. Вытаскивайте футбольные ворота, наши помощники. И есть у нас футбольная команда «Зенит», которая попытается пробивать пенальти уже известному вратарю, 20-летнему. Ребятам по 11 лет. Где вратарь? Михаил Кизеев. Аплодисменты. 20 лет, рост 185 сантиметров. Он сказал, что пробивать можно ему даже с 5 метров. Поближе. Можем поближе мяч поставить. Поближе. Вот так. Ну что ж, Михаил, друзья, мы определим лучшего пенальтиста. И первым пробивает Петр Тимофеев. Пожалуйста. Удар. Аплодисменты Кизееву Михаилу. Второй — Арсений Ребенко. Удар. И второй мяч отбит. 2-0 в пользу вратаря. Даниил Чернышов. Вот там есть отметка. Вот так. Хорошо, да. Михаил на полметра отодвинул. Удар. Штанга. А штанга — это друг вратаря всегда.
Виктор Кузнецов с левой ноги. Удар! Гол! Браво! Виктор Кузнецов пробивает еще раз. Нет, бьет. Виктор Кузнецов продолжает бить, пока не ошибется. Он набирает баллы. Ну, Михаил, держись. Итак, снова левша. И, кажется, в другой угол будет бить. Пожалуйста. Удар! Но один мяч забил. А вот после такого удара на трибунах кричат: «Мазила!» Но молодец, один забил. Дмитрий Рудочихин. Мяч отбит. 4-1 в пользу вратаря. Шестой номер — Иван Ананьев. С улыбкой, молодец. Удар, гол. Иван Ананьев. Академия «Зенита». Какой номер у Ивана? Иван какой? Шестой номер. Ну что ж, это полузащитник. Ну давай еще раз. Удар! Гол! Два! Иван пока лидер среди тех, кто пробивал. Михаил. Михаил деморализован, но не ожидал такой прыти. А это гол! Это гол с паузой. Это уже гол, вы знаете, мастера. Притормозил при разбеге. Но так можно делать. Главное, все в темпе. Уже три забил. Это Иван Ананьев. Запоминайте фамилию. Ну и теперь... Да. Голкипер поставил руку, мяч улетел. Итак, Ананьев, три забитых мяча. Владимир Коледин. Коледин, наколедуй. Нет, не смог. Восьмой номер — Шамиль Кожлаев. Удар! Гол! Один есть. Ну что ж, иди, иди на рекорд. Ориентир — три. Два. Как технично-то пробивает. Обратите внимание, как он руки располагает. Как у него все правильно выстроено. Еще один удар. Штанга. По-прежнему Ананьев впереди. 3-2. Ну а сейчас Евгений Прусаков. Ну, Женя. Гол. Почему никто низом не бьет? Я подсказал, но, увы. В принципе, вратарь-то высокий, надо низом бить. Дмитрий Лукошников. 1-0. Есть. Еще удар. Все. Итак, пропущено голкипером у нас, значит, 7 мячей, да? Нет, уже все. Мы поздравляем Михаила Кизеева, он все-таки выиграл это соревнование. И я приглашаю сейчас для Ананьева победителя. Пожалуйста, ко мне, ко мне. Первое интервью — Сибур-Арена. Рядом большой стадион. Мечтаешь играть на большом стадионе? Да. Сколько тебе лет? Сколько ты уже тренируешься в футбол? 5 лет. 5 лет. На какой позиции ты играешь? Центрального опорного полузащитника. Кто лучший игрок, на твой взгляд? Канте. Канте. А где ты хочешь играть? В Челси. Воспитанник Академии хочет играть в Челси. Ну что ж, это его право, но я тебя поздравляю. Ты сегодня оказался лучшим. Спасибо. Миша, вратарь, давайте, вратарь не случайно вратаря называет, это пол команды. Миша, я тебя поздравляю, у него совсем недавно, несколько дней назад, состоялся дебют
За «Зенит-2» он играл в основном составе. И не пропустил? К сожалению, пропустил. Но выиграли все-таки. Выиграли 2-1. Главная команда победила. Каков твой путь? Расскажи, как ты начинал? Начинал я в детско-юношеской спортивной школе «Локомотив». Начинал под началом великого тренера Михаила Юрьевича Бирюкова. Он сейчас работает в главной команде «Зенита». Потом перешел в «Дюшор Зенит». И кто тренировал там? Тренировал Алексей Анатольевич Поликанов и Степанников Дмитрий Юрьевич. Ну что ж, тренеры у тебя были замечательные. Ну а кто, на твой взгляд, лучший вратарь? Вообще. Лев Иванович Яшин. Молодец. Вот это патриот. Патриот. Ну а твоя какая мечта? Моя мечта — помочь нашему клубу как можно больше выиграть европейских и наших турниров. Спасибо. Успехов, Миша. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, друзья, я только еще назову тренера. Давайте поаплодируем Максиму Николаевичу Мосину. Вот он здесь, с этими чудными ребятами. Итак, и передаю слово ведущему. Геннадий Сергеевич, огромное спасибо. Друзья, подходите поближе к сцене. Разворачивайтесь лицом к трибунам. В ваш адрес звучат эти овации. И мы хотели бы вручить вам памятные подарки. Памятные подарки, безусловно, это мячи. Фирменные мячи «Зенит». И, конечно, гип-гип, ура победителям! И футболка нашего фестиваля «Вратарю». Итак, дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты. Михаил Кизеев, Геннадий Сергеевич Орлов, будущее «Зенита». Прикоснись к победе, Питер! Итак, готовы? Внимание! Раз, два, три! Еще удар! Ну что, посмотрим, с каким счетом наша сборная выиграет в первой встрече. А теперь эта трибуна, дайте другой трибуне сыграть. Дайте другой трибуне прикоснуться к победе. Передаем мяч, передаем победу по трибунам Сибур-арены. Ну что же, я уверен, что тем не менее наша игра состоится. Победа будет за нами. Все, ну это называется настоящий азарт. Давайте, ребят, все, мячик сюда. Итак, друзья, давайте сейчас громкими аплодисментами нашей сборной по футболу! Вся страна снова ждет, и в наших глазах
и наши сердца с тобой навсегда, с тобой навсегда. Пусть героями спорта гордится страна, с вами наши сердца, нам победа нужна. И пусть будет азарт и борьбы апогей, быстрее, выше, сильней. Мы вместе. Глаза и в наших сердцах с тобой навсегда, с тобой навсегда. Россия, давай, Россия, вперед, тебя пьедестал золотой снова ждет. Россия вперед, Россия давай, соперников вновь позади оставляй. Команда давай, команда вперед, победы твоей вся страна снова ждет. И в наших глазах, и в наших сердцах с тобой навсегда, с тобой навсегда. Спасибо! Спасибо группе «Стерео Питер» и спортивной сборной Санкт-Петербурга! А мы переходим к букве «И». Внимание на сцену и на экран. России, безусловно, одни из самых богатейших в мире. Вся планета восхищается русским балетом. Русский театр завораживает своей уникальностью. Актеры всего мира изучают систему Станиславского. Люди в разных странах зачитываются Толстым, Чеховым и Достоевским. Мировая культура просто немыслима без русской классической музыки. Великая Россия с ее талантливым народом и уникальным культурным наследием всегда была в числе лидеров мирового прогресса и искусства. А Санкт-Петербург? Санкт-Петербург по праву считается культурной столицей России и музеем под открытым небом. Северная Венеция,
город белых ночей, город сказка. Бессмертное творение Петра, рожденное из пены Балтики, подобное прекрасной Венере. Театр пантомимы «Ателье». Дорогие друзья, всех вас приветствует доктор экономических наук, профессор, академик РАН, почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Валентинович Акрифилов. Встречаем бурными аплодисментами.
Здравствуйте, дорогие друзья! Наш город всегда был и остается городом высокой культуры, науки, образования. Многие из вас, наверное, знают, что в России, когда встречаются с петербуржцами, всегда говорят о том, что это люди высокой культуры, высокого уровня образования. И это не случайно. Это такие традиции. Невозможно в таком красивом городе, имея такую прекрасную архитектуру, такие музеи, такую славу историческую, быть некультурным, безграмотным. Я хочу сказать, что где-то 20 лет назад я написал книгу, называется она «Менделеев Шостакович Блок». Казалось бы, три разных фамилии, что их соединяет. Но Менделеев, вы знаете, был великий ученый. Что он создал? О, периодическую систему химическую, правильно. А Шостакович – это великий композитор, но мало кто знает, что отец композитора Шостаковича – это близкий друг Менделеева, и он вместе с ним работал, был его заместителем по вопросам науки. И они вместе общались. А Блок, если кто-то не знает, я хочу сказать, был женат на сестре Менделеева. И вот в таких семьях, в таких кругах общались люди разного направления, но все они были очень культурными, великими людьми. Эти традиции продолжаются сейчас. Кстати, хочу сказать, что одна из работ Дмитрия Ивановича Менделеева, экономическая работа, она называлась так «Как обустроить Россию». И он предсказывал, что в 2030-50 году Россия будет самой крупнейшей страной по экономике и самой-самой богатой в мире. Поскольку Дмитрий Иванович Менделеев никогда не ошибался и таблицу такую сделал, я уверен, что это будет. Может быть, нам, людям старшего поколения, будет трудно дожить до этих, хотя мы будем стараться, стремиться. Но молодым, тем, кто сегодня сидит в этом зале, это по плечу, и это наверняка будет. Мы желаем вам, я желаю вам дожить до этого времени и сделать все для того, чтобы наша страна стала лучше в мире. А наш город как был, так и есть, всегда самый лучший и самый красивый город. За нашу Россию, за наш город, за президента. Ура! Ура! Меняются времена, меняются нравы и эпохи. Все проходящее, а искусство вечно. И, кстати говоря, что если объединить классику и современное искусство? Давайте попробуем это сделать в самом настоящем творческом батле. Итак, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Мы приветствуем артистов и начинаем наш творческий батл. Thank you.
ансамбль танца «Солнышко Петербурга». И ваши несмолкаемые овации, друзья. А мы плавно подошли к финальной букве. Буква «Я». Страна – это не абстрактные лица и книжные события. Страна – это мы, ты и я. Каждый из нас вносит частичку своей души, своих талантов, своего труда в общее дело процветания и благополучия России, в ее будущее. И каким будет это будущее, тоже зависит от нас с тобой. Каждый из нас – частица великого целого. Поэт Андрей Вознесенский сказал: «Россия, я твой капиллярный сосудик. Мне больно, когда тебе больно, Россия». И только так, и не иначе. Это и есть Россия. Это и есть мы. В самом начале нашего мероприятия мы просили каждого из вас ответить на вопрос: что бы ты сделал для своей страны, если бы стал президентом России? Каким получится результат, мы сейчас и узнаем. Итак, внимание на экран. Откуда начинается Россия? С Курил, Камчатки или Командор? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к доброте. Вот в чем звезда ее, она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. Если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Вот если бы я была президентом, то я бы пожелала, чтобы в нашей стране всегда был мир. Мне, конечно, не сравнится с Владимиром Владимировичем, но если бы я была президентом, то я была таким же, как вы. Что родиной моей зовется, себе задаю вопрос. Река, что за домами льется, или куст кудрявых красных роз. Вон та осенняя березка, или весенняя капель. А может, радуги полоска, или морозно-зимний день. Все то, что с детства рядом было, но это станет все пустяк. Без маминой заботы милой, и без друзей мне все не так. Так вот, что родиной зовется, чтоб были рядышком всегда все, кто поддержит, улыбнется, кому нужна и я сама. Если бы я стала президентом, я бы каждый день работала ради хорошей жизни своих граждан, вкладывала бы все свои силы в свою работу и с большой радостью ходила бы на нее по утрам. Потому что мы должны делать все для того, чтобы улучшить жизнь в своей стране, чтобы сделать ее лучше, сделать лучше нашу жизнь. И если бы мне пришлось делать какие-то реформы, то это была бы реформа международных отношений, потому что я считаю, что весь мир должен знать, какие русские добрые на самом деле, гостеприимные люди, а не какие-то там злые или другое. У моей России длинные косички, у моей России светлые реснички, у моей России
Голубые очи. На меня, Россия, ты похожа очень. Когда я стану президентом, я буду продвигать молодежную политику. Сделаю все возможное, чтобы льготы продлились не до 14 лет, а до 18. Если долго-долго-долго в самолете нам лететь, если долго-долго-долго на Россию нам смотреть, то увидим мы тогда и леса, и города, океанские просторы, ленты рек, озера, горы. Мы увидим даль без края, тундру, где звенит весна, и поймем тогда, какая наша родина большая, необъятная страна. Если бы я была президентом, первое, что бы я сделала, это отменила единый государственный экзамен. Пора вернуть экзамены по билетам. Если бы была я президентом, как учитель музыки, я бы сделала на уроках музыки больше пения и меньше теории. У меня с детства есть мечта стать президентом. И когда я им стану, может быть, я сделаю майские каникулы длиннее, а январские короче. Потому что в Питере зима такая, что выйдешь и в снежки не поиграешь, а в мае тепло. Давайте сейчас ощутим то самое чувство соучастия, единения, сплоченности. Подарим друг другу и окружающему миру частичку нашего сердечного тепла и света, чтобы сделать путь нашей России в будущее ясным и светлым. Итак, Россия зажигает звезды. Поддержите нас, друзья! Вот они, огоньки ваших горячих сердец. Нас много. И каждый из нас, каждый из миллионов является этой потрясающей, невероятной страной, имя которой Россия! И сейчас на нашем экране появятся лица тех, кто будет сегодняшнего, завтрашнего, каждый день после завтрашнего дня писать историю нашей великой страны. Вот они, те, кто будет писать будущую историю России. Теперь вы, молодые, прекрасные, юные, в ответе за то, чтобы она была еще более великой и славной. Вперед! Россия! Россия! Друзья, и сейчас на этой сцене вспыхнет еще одна звезда. Наши гости. Артистка, известная в нашей стране с малых лет. Мы все видели ее становление, ее успехи, достижения и победы. Она действительно может гордиться тем, что сделала себя сама, что своим трудом добилась такого уровня мастерства, что может представлять Россию на любой мировой площадке. Ее «я» ярко сияет на звездном небосклоне нашей страны. Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова! Давай поднимем якоря, выше! Плывем к надежде ты и я. Осталась за спиной земля. Плывем к надежде ты и я. Выше руки! Чего?
Друзья, вот и почти подошел к финалу наш форум-концерт. Но еще не все. И я уверен, что каждый из вас сегодня смог почувствовать себя частью одной великой России, где за каждой буквой стоит огромный смысл и миллионы наших «я». Боже, как же приятно, что этот форум-концерт состоялся на нашей питерской земле. И пусть финальной точкой нашего концерта станет признание в любви этому великому городу. Безусловно, самому лучшему городу на земле. Питер, мы тебя любим! Самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно спряталась луна. А теперь взрывает птицы крыльями восход. И куда-то уплывает белый пароход. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожим и за пять минут. Помогая человеку верить в чудеса, распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Тротуары, синие цветы. Этот город украшаем вместе я и ты. Ярко-желтые трамваи, розовые сны. Этот город ослепляет красками весны. Он как будто нарисован мелом на стене. Отражаются пейзажи у меня в окне. Этот город самый лучший город на земле. И где бы ты ни был, он всегда в тебе. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Oh, 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 oh
свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Дорогие друзья, в нашем форум-концерте принимали участие хореографический ансамбль «Солнышко Петербурга», руководитель Наталья Шарова. Вокальная студия «Вольный голос», руководитель Жанна Вольская. Сборная Санкт-Петербурга по чирспорту, сборная Университета физкультуры и спорта имени Лесковта по художественной гимнастике. Группа «Стерео Питер». Группа «Плас Файв». Балет «Плей Арт». И студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры. Анна Малышева. Анатолий Топпинец. Дорогие друзья, мы благодарим от всей души, благодарим наших артистов и всех присутствующих за любовь к родному городу и к своей стране. Виват Питер! Виват Россия! Друзья, до новых встреч!